Слово член объединения Арфа Виктору Кагусу, пожалуйста. Я прочту стихотворение свое, называется «Ушел поэт» и спою романс, который я сделал на его стихотворение «Голос». Ушел поэт, не попрощался, не намекнул, я ухожу. Руки не подал, не обнялся, в сознании или в бреду, а жизнь... Игра в слова и в маски, и в непрерывность бытия. Ушел тихонько, без огласки, любовь к поэзии храня. Храня в себе источник знаний и эрудиции напалм. Без откровений и терзаний навеки ото всех сбежал. Но для поэта смерть, рождение – начало жизни вековой. Когда приходит откровение, он был с поэзией родной.